Бандиубийцы вынесли приговор. Больше года назад они ворвались в квартиру к нижегородскому бизнесмену, забили его до смерти и ограбили. Двух членов банды искали больше года, и в результате они предстали перед судом. Правда, в зал заседаний заходить не хотели. Испугались видеокамеру. Бери камеру, что это непонятно, что в цирке, что ли, убери, камеру! Сюда проси. Родственникам представились родственникам моего отца, то есть и на почве доверия, на почве национальных отношений, то есть вы проникли незаконно в дом. Рукоятка пистолета, наносили удары. В первое время ничего не требовали, потом деньги, драгоценности, все остальное с целью разбоя. Похитили имущество на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Кроме этого, они нанесли потерпевшему телесные повреждения, от которых тот впоследствии скончался. Признать подсудимого Дживаяна Мраза Таруновича виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Я помню. А что, ползал на пыке, иди на отсюда! Убери камеру, слышишь? Вы с решением суда согласны? Не согласен, я не виновен. То есть вино не признаете свое, да? Не признаю, конечно. Убери, я тебе сказал, камеру, слышишь ты?